Состязание на ловкость и меткость. В минувшие выходные на площадке перед 20-й школой впервые состоялась военно-спортивная игра «Казачий всполох». Участники мероприятия – ученики 6-х классов из Иваново и Ивановского района. Уже несколько месяцев в трех городских школах казаки обучают ребят азам военного искусства. Эти соревнования – возможность закрепить на практике полученные знания. Казаки проводят внеклассные занятия по истории казачества, по начальной военной подготовке, и еще нам помогает МЧС. МЧС проводит тоже безопасность жизни занятий. Вызов на соревнования приняли три команды по 10 человек. Преодолевая этапы один за другим, ребята подошли к главному моменту состязаний – игре в страйкбол. Но прежде чем оружие дадут в руки, инструктаж. Если в вас попали, здесь все на честность. Попали в вас, значит, поднимаем автомат или винтовку и уходим. Пули, конечно, пластиковые, но стрелять очередями запрещено. Ребята соревнуются на выбывание. У команды «Казачий дозор» школы номер 15 наиболее сложная задача – сразиться с победителем. Впечатления, в принципе, отличные. Очень все, как в реальном бою, сделано. И автоматы, в принципе, похожи более-менее на настоящие. Время испытаний пролетает незаметно. Пока судьи считают очки и определяют лидеров, у зрителей и участников есть возможность не торопясь рассмотреть современную спасательную технику и отведать ароматную гречневую кашу, которую ко всеобщей радости и детей, и взрослых успели приготовить сотрудники МЧС. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.